И всем привет, дорогие друзья, с вами Мудрый, и сегодня я вам покажу, мы задавали вопросы в личке, как играть на джойстике, как подключить джойстик к компьютеру и играть в всякие шутеры, либо Майнкрафт, либо всякие остальные симуляторы. Ну вот, ответ тут. Вам понадобится USB-шнур. USB-шнур, ну вы этого не видите, я вам покажу фотографии на видео. Вот вам понадобится USB-шнур. Либо который вам давался вместе с PlayStation в комплекте, либо который просто у которого есть разъем B и задний разъем USB. Ну так вот, смотрите. Подключаем. Подключаем. Вот так вот. И к PlayStation джойстику. Вот. Происходит. Так, ну вот смотрите, так, а, не, уже подключилось, вот. И как, вы думаете, что уже все, можно играть, нет? Вот видите, вы слышите, я думаю, я нажимаю на кнопки и ничего не происходит. Вам для этого нужна будет программа DualShock 3 2. Вот, запускаем. Вы можете его найти в интернете бесплатно. Так, ну вот, DualShock с Access USB, он уже подключен, видите, у меня вот такая хрень идет. Вот. Ну, и когда вы уже скажете, что все уже, все, можно играть, да? Когда, даже если вы тут все настроите, и проверка на вибрацию, у вас не будет проверки на вибрацию, ничего не будет работать. Пока вы не пойдете в управление драйверами и не установите драйвер для вашего джойстика. Ну, я установила все сразу, потому что мне было лень искать. Ну, так вот. Он будет, вот, я управляю тут мышкой. Это факт. Чуть-чуть багана у меня. Так вот. Вибрация, вот, идет вибрация, мотор можно поставить поменьше, чтобы вибрировал. Можно вот хвостом и нажать кнопки, которые будут гореть у вас на PlayStation, ой, на джойстике. Ну, так вот. Ну, все, можно вот, смотрите, вот тут нажать. Если у вас Xbox, то можете сюда нажать. Если у вас аналогный геймпад 3, то можете сюда нажать. А если вы хотите самим сделать свой профиль и свои кнопки настроить, то вам сюда. Вот тут я уже там понастроил чуть-чуть. Вот. Это я сейчас сделаю джойстик. Ну, это видно, как коряга. Вот я управляю. Вот, это все джойстиком. Ну, и все. Когда вы все настроите, нажмите Save Change и проверите игровой контроллер. Ну, это, типа, если у вас не подключен, то можно проверить. Вот так. Ну, и все. А если вы тут впервые, можете подписаться на канал, позвать друзей. А с вами был Мудрый. Всем удачи, всем пока.